Нерв оголен, как многолетний дуб. В ноябрьское пасмурное утро. Слова копились на изгибы губ, но не слетали, что довольно мудро. Что мне сказать, решившему уйти? Напутственно классическое «с Богом»? Или грудью лечь у самого пути, всем телом преградив ему дорогу? Схватить за сердце и взглянуть в уста, на заикание заменить глаголы. Но стоит ли падение высота, когда она сама стремится к полу? Конечно, нет. Ступай, и слабый глуп. Придет весна, на дубе будут листья. Слова копились на изгибе губ, их умоляя не пошевелиться.